2 декабря 2021 года моему мужу позвонили, представились, как будто бы они с отделения Сбербанка, с отделения безопасности, что произошло на его счет, атака. После этого его заставляли выполнять определенные действия определенного характера согласно инструкции, которую мы скидывали, и сказали, чтобы они ничего, он ничего уже лично даже мне не разглашал, поэтому он в пятницу и в субботу после работы уезжал, выполнял эти действия уже перевода и зачисления на другие счета. Вчера, уже 6 декабря, мне позвонили также с отделения, представились отделение Сбербанка безопасности и сказали, что у нас произошло хуже слияние счета, и чтобы из-за избежания дальнейших действий мошенников, мы даже тоже, я должна уже непосредственно эти все действия выполнить. После чего мы поехали, начали выполнять все эти действия, но следствие уже, я осознала, что это действие мошенников, мы обратились в отделение полиции. Сколько перевели в общем? Я перевела со своей карты 190 тысяч рублей. Моему мужу заставили взять несколько кредитов, и эти суммы есть. Вы знали о том, что имеются случаи мошенничества? Случаи знали, что мошенничество, но никогда не думали, что они погибнутся.